Офигеть, он вообще улетел в космос. Ну просто, просто нереальная вещь. Ну она прикольная, реально прикольная. Ребяточки, помните вот эти вот штуковины? Это у нас спиннер, да. Кто помнит? Ну, сразу можешь лайкос поставить, либо комментарий написать. Вот такой вот у меня есть, вот такой вот у меня и есть. Но речь не об этом, были очень, да, непопулярные в каком-то году, не помню, пару лет назад, да. Прям волна популярности была, даже песню про них сочиняли. Но сейчас у нас 2020 год, а это значит, ну, век новых технологий и... Вуаля, ребяточки, да, да, будет спиннер, но не простой, а летающий, Fly Nova называется, да, летающий, реально летающий спиннер. Заказывал я его на сайте одном, ссылочку оставлю в описании, если что, заходите, заказывайте себе, вообще вещь вот такая вот крутецкая. Так, давайте коробочку посмотрим, что у нас здесь, 20 минут заряжается, 7-10 минут играет. То есть у него батареечка там еще внутри идет. Ну, все как полагается. Fly Nova здесь написано, здесь тоже Fly Nova. Здесь у нас, в общем, написан его размер, в принципе. 60 грамм всего весит, ну, ничего особенного нет. Ладно, 8+, кстати говоря. Давайте доставать, посмотрим, что здесь у нас. По-моему, у меня красного цвета здесь, да. Ну, реально такая ностальгия, да, наступает. Вот кто любит спиннеры, кстати говоря, помню... На меня очень много людей подписывалось из-за спиннеров. Поэтому вот для вас видео такое. Так, вот сам спиннер, посмотрите. Ладненько. Сейчас давайте посмотрим, что у нас по инструкции здесь идет. О, инструкция на русском языке. Вы посмотрите. Все здесь на русском. Вот, кому интересненько, можете, ребяточки, почитать. Руководство по чистке, тут все дела. Так. Инструкция, комплект поставки, Fly Nova. Мы оставляем за собой право улучшать или изменять технические характеристики продукта. Цвета могут отличаться, но это понятное дело. Ладно, USB кабель есть? Да, есть, лежит. Итак, в общем, режим игры, смотрите. У него такая пипочка тут. Вот, пипочка идет. Ладно, сейчас все по порядку. В общем, здесь написано, что он, вот видите, по кругу может летать. Можно его, так я понимаю, перекидывать кому-нибудь. Не знаю. В окно смотрите, чтобы не улетел. Вот написано. Или, убедитесь, что все источники ветра, такие кондиционеры и вентиляторы выключены, а окна закрыты. А я думал, это он нарисован, его можно использовать как вентилятор. Ну, прикольно. Ладно, в общем, инструкция, понятное дело. Понятненько. Так, о, кабелек упал. Давайте кабель посмотрим мы. Что тут у нас за кабель идет в комплекте, да? Такой маленький, небольшой кабель. Вот он. А обычный USB разъемчик, в общем. Ну, простой, простой кабель. Так, и вот он, спиннер. Так, коробка нам не нужна, в принципе. Инструкция, ну, давайте здесь пусть лежит. Коробочка. Ну, коробочка тоже, в принципе, нам будет мешаться, да? И вот, давайте сравним с обычным спиннером. Размер, в принципе, ну, почти что похож. Ладно. Так. Что он из себя представляет? Сделан из пластика. Здесь есть кнопочка включения. On-off. И вот эта часть, это вверх, соответственно. Это у нас низ. Не знаю, тут прям такой вентилятор. Ну, не знаю, как это все работает. Ну-ка. Хоп. Хоп. Ну, надо, наверное, включить, чтобы он заработал. Ну-ка. Давайте включаем. Вау! Смотрите. Светодиоды загорелись. Клево. Ребяточки, это клево. Смотрите, как они моргают. Красивенько. Здесь у нас, кстати, находится вход для зарядки. Вот. Ну, давайте пробовать. Я что-то побаиваюсь такую систему. Ну, не знаю. Ну, но интересно. Реально интересно и прикольно. Так. Офигеть, смотрите, инструкция улетела. Круть, смотрите, он там светится. Я сейчас, наверное, выключу свет, чтобы это... А как остановить-то? О, вот так вот взял, я там видел в инструкции написано так, раз, и он останавливается. То есть, короче говоря, сейчас я выключу свет, посмотрим, как он без света будет у нас. Мне кажется, намного красивее будет в темноте. Ну... Темно сильно не сделаю, но тем не менее вот так хотя бы.
Вау, ребята, смотрите, разными огнями. Вот это клево. Реально, с этой стороны не так, а вот с этой прям... Ну, круть, реально круть. Вещь крутая, как... Ну и мало того, что вы его в руках можете не держать, его же надо еще кидать. А! Все, улетел. Сейчас пойду, верну. Так, я его поймал. Вернее, я его догнал. Потому что улетает очень далеко. Сейчас попробую вот так вот. Между... Ну, о, он сам включился. Офигеть, сам выключился. Круто. Ау, ау. Опять улетел. Ладно. Так, сменил я ракурс. Сейчас попробую вот так, чтобы вы видели, как это все дело работает. Так, еще разочек. Видите, его кидаешь, и он возвращается к тебе. Оп. Все. Ну что, попробуем запустить его. Куда запустим? В Бразилию, в Африку или в Австралию? Как вы хотите, так и сделаю по-вашему. Ладно, запущу его в Африку. Офигеть, он вообще улетел в космос. Ну просто, просто нереальная вещь. Ну она прикольная, реально прикольная. Короче говоря, ребяточки, вот такой вот прикольный, на мой взгляд, очень прикольный спиннер. Прям вот честно, очень необычный, очень классный. Мне он очень понравился. Fly Nova называется, повторюсь. Ссылку, где заказывал, в описании. Переходите, заказывайте, не пожалеете. Вот такая штука, проведете классное время. Понравился видос, то с вас, конечно же, лайкос. Всем, короче, до свидос.